Всем привет, с вами магазин redbeatshop.ru, меня зовут Залил Фидель, каска Red Fox, Rockmaster. Каска для альпинизма, скалолазания, горного туризма, спортивного туризма. Представляет себя скорлупу, довольно жесткая здесь у нас скорлупа, которая практически не деформируется при вот таких нажатиях. За счет этого она довольно прочная на удары, но при этом, мое личное мнение, что она, мне кажется, при транспортировке, возможно, может сломаться, там, если где-то у вас в рюкзаке будет лежать. То есть вот за счет вот этой жесткости. А затем, по всему краю вот скорлупы у нас она немножечко отогнута, что представляет себя такой довольно острый край, который, вот, например, рукам не очень приятен, мне лично кажется. А затем подвеска здесь у нас. Четырехточечная подвеска, которая позволяет нужным образом отрегулировать каску, точнее таким образом отрегулировать ее, чтобы ремни не касались ушей и не натирали, ну, как положено. Регулировка происходит за счет вот такого регулировочного ролика, который расположен на затылочной части. Каску можно отрегулировать уже в надетом состоянии. Затем вот эти ремни у нас. Здесь у нас имеются такие специальные пряжки, которые позволяют отрегулировать положение фастексов, основного фастекса, точнее, фастекс, кстати, Дюрафлекс, относительно вашего лица тоже. Если у вас ухо где-то не на том месте расположено, можете подвинуть немножечко крепление, и вам будет уже удобно, непосредственно под себя анатомически. Затем есть у нас 8 вентиляционных отверстий. Они никак не закрываются. С внутренней части у нас вот такой момент. Здесь вот этот лобный как бы ремень основной несущий, он как-то интегрирован вместе с смягчителем, то есть представляет единое целое. То есть он непонятно из какого материала, то есть это не пластик, не текстиль, а вот что-то такое непонятное, это типа пенки что-то. Не знаю, насколько это прочно, но, возможно, это все тестировалось, конечно. Затем на макушечной части, на верхней части каски, получается, есть из довольно плотного пенополистирола вставочка, которая деформируется при жестких ударах. Но еще дополнительно она защищена такой из текстильной вставкой, которая натянута меж вот этих точек крепления. За счет чего здесь создается небольшой вентиляционный такой канал, который голова у вас не потеет. Затем вся подвеска у нас жестко закреплена к самой каске непосредственно. Закреплена при помощи клепок. На этих же клепках у нас держатся фиксаторы для фонаря. Здесь вот 4 есть фиксатора для фонаря. Они также могут служить для фиксации, допустим, камеры какой-то, экшн-камеры. Ну или просто что-то вам, допустим, какой-то номер закрепить, или еще что-то. Так, это, в принципе, довольно неплохая каска за эти деньги. Red Fox, Rockmaster. С вами был магазин redbeatshop.ru. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.